Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир. Что я хочу сказать, это продолжение прохождения Дарксайдерса. И давайте поприветствуем наш любимый курсорчик, который находится вот здесь. И смотрите, я его в этот раз прячу вот в этот гребаный угол. Заметили, да? То есть, если он появится в записи, я уже, честно, я не знаю, что с ним я буду делать, но... Ладно. Короче, продолжаем. Собственно... Смерть, все дела, наш малыш и вот этот огромный гигант, которого мы должны, видать, разбудить. Как мы это будем делать, я сейчас не знаю, честно говоря. Я уже давно, к сожалению, не мог зайти в эту замечательнейшую игру, но мы в нее зашли. Мы в нее зашли, а это значит, что мы сейчас будем ей заниматься, проходить и, в общем... Пора познакомить их с твоим молотом. И, в общем, умирать на первых же мобах. Ну, с чего-то надо было же начать, правильно? Ну, курсор, мобы, я и смерть. Все лаконично, все хорошо. Ладно, там, кстати, вижу какую-то дверь, которую можно открыть. Ну, окей, давайте так. Хорошо, мои когти все еще со мной. Так, мне надо что-то делать. Вспоминаем быстро, на что мне... Ага, все, вспомнил. Без пощады. Он как бы там и сам с ними неплохо разбирается, поэтому мы можем особо не париться. Кажется, они напрашиваются на драку. Есть такое, да. Есть такое. Ой, а он, кстати, нехило с ними. Нехило с ними разбирается. Так, и нам надо, по-моему, вот так вот восполнить здоровье. А то как-то очень печально. А вот, здесь у нас сундучок. Хорошо, мы запомним это место. Здесь у нас тоже, в общем, гадость всякая, которую мы, естественно, разрубить не можем, ничего с ней сделать не можем, но я думаю, впоследствии мы как-нибудь разберемся. Кто-то меня, кстати, спрашивал, почему я ношу очень много вещей с собой, продал бы, да, либо распылил, а вдруг мне попадется какое-нибудь хорошее оружие, которое нужно будет просто взять и влить в него там. Ну, знаете же, есть оружие, которое вливаешь, и там оно улучшается. Так, что-то здесь все закрыто, значит, здесь будет, скорее всего, гигант, которым мы сможем... Да, мы прыгнем уже. Которым мы сможем как-то все это дело разрушать. Так, вот там я предположу, что есть какой-то шарик. Хорошо, вот там еще один сундук. Окей. Это платформа... Да, это все-таки платформа. То есть мне нужно будет швырнуть туда шарик. Хорошо. Так, малыш, давай ты мне подымешь вот эту маленькую дверцу. Я буду тебе очень благодарен. Ты не хочешь мне ее поднять, не? Ну, дверь там, типа, не? Малыш, окей. Наш малыш не хочет нам поднимать дверцу. Ну, а хотя бы вот эту вот преграду ты разобьешь, нет? Запрыгивай, всадник! А, все, то есть вот тут как бы так, да? Ну, давай. Аля, оп! Нас подняли наверх. Хорошо. Хорошо. Разрубаем дальше все. О, наконец-то хилочки. Вот хилочки, это полезно. Это полезно, это очень хорошо. Это приятно. Так, а что нас здесь ждет, кроме опыта и денег? Собственно, кроме денег, ничего нас тут не ждало. Я забыл, что здесь опыт не дается. Проблема. Опыт здесь, к сожалению, не дают. А зато мы можем вон туда, внутрь, вглубь утонуть. Все. Денежки собрали. Ну что ж, задерживаем дыхание и поплыли. Ну, как-то не очень поплыли. На Y у нас плыть, оказывается. Вот. Давайте глянем. Здесь вроде ничего нету. А здесь у нас... Толстенький! Я тебя ждал! Ты с шариком даже. Какой ты красавец, а? Так, ну да ладно. Давайте проплывем сначала вот сюда вот. Возьмем как минимум вот эту замечательнейшую монетку. Выплывем наружу. Поглядим, что здесь вообще есть. Мы здесь можем куда-то выплыть. Сейчас мы поглядим, куда. Агасики. Смотрите, друзья же. Здесь есть, короче, шарик. Его нужно пнуть будет. Потом, скорее всего, как-то это. В общем, чтобы толстика поднять, нам нужно как-то этот шарик куда-то, видимо,
аккуратно перекинуть или что-то с ним сделать. Ладно, сейчас разберемся. Мы спешить не будем, мы сейчас все это дело разберем. Так, давайте осмотрим опять-таки низ. Есть ли здесь что-нибудь полезненькое? Смерть у нас может плавать под водой хоть вечность. И это прям радует. Но у нас вот здесь вот есть сундучок. Сундучок, а как тебе нам взять-то сундучок? Или у тебя здесь к сундучку нет прохода? Хорошо. Как нам к сундучку попасть? Видимо, как-то через верх. Ну, видимо, как-то через совсем верх. Окейшки. Хорошо, ребятки. Вот здесь можно запрыгнуть. Здесь вот есть панель. Встаем на панель. Мы встали на панель. Я открою дверь. Ну, ты пока там подожди. Я пока пойду прогуляюсь. Мне интересно, как взять... Что? Ну, мне что, это реально что ли... Тяжелая штука. Ну, то есть ты предлагаешь мне так прокатить шарик, да? Вот, ну, давай я шарик поставлю вот так. Может, тебе так не так тяжело будет. Ну, все, вот смотри. Можешь опускать. Там шарик стоит. Да, опускай. Да. Нужно было усерднее работать в кузнице. Старый Валус с этим без труда бы справился. Ну и ладно. Ну, держи тогда. Я пойду попробую все-таки разгадать, как же мне забрать эту замечательную... Возможно, со стороны это кажется простым, но ты не мог бы поторопиться. Не, я подожду. Я знаю, что тебе нравится все это дело держать. А, стоп, смотрите. Смотрите, здесь есть вот такая штученция. Ну, вы видите, да? Как бы нам туда вот забраться? Естественно, они открываются при определенных обстоятельствах, если кто-то как-то туда забирается. Я понял. Это с другой стороны нам надо как-то будет забраться, да? Нам предлагают вот отсюда. Это видно. Нам предлагают как-то вот так вот забираться туда и... Ну, я вижу, что там есть спуск. Если там есть спуск, значит, там есть возможность как-то подъема туда. Значит, надо это искать все-таки. А, тьфу ты, ё-моё. Тьфу ты, простите, пожалуйста, ребят, серьезно. Ну, бывает, ну не дошел чуть-чуть, все нормально. Так, открыли, закрыли, все легко и просто. Зато добыли сундучок и какую-то желтенькую броньку. Давайте глянем, что за желтенькая бронька. У нас, кстати, здесь коса. Мне, кстати, опять-таки говорили, что вот эта коса пал лучше. Типа лютые косы, все дела. И хотя, насколько она лучше, я так и не понял. 69-79 против... Да, она получше. Здоровье закрыто, вероятность казни еще увеличится. Ну, в общем, ну, наверное, она действительно получше, если там все это скидывать, складывать. А тут вообще пробивающий лютые косы урон. То есть эти, по идее, еще лучше. Хотя... Нет, смотри, колдуныч, ты был неправ. Основное оружие, вот, смотри, урон-то больше в итоге. Все правильно, это эти получше были. Единственное, что крит урон 12% добавляет. А тут 16% за крит и 10% вероятность казни. Так что, колдун, ты был неправ. Видишь, они чуть-чуть похуже получаются. Ладненько, не будем на этом долго зацикливаться. Что там нам за броньку дали, я пока не знаю. Надо, кстати, как-то отсюда выходить, наверное, через эту же сторону. Чтобы Карн у нас там, типа, мне тяжело, спаси мои ручки, спаси мои ручки. Окей, давай спасаем твои ручки, берем... Кати шарик, ё-моё. Неплохо. Весь день бы этим занимался. Может мне как бы обратно, ну как, ну, не знаю, это, типа, забить на все, нет? Оу, шарик, стой, стой, шарик. Мы, я думаю, в гору не подымем его, естественно. Кабум, он сам встал на место. Ну, в общем-то, что, как обычно, запускаем нашего друга. Ключик вставили, да поехали. Шрекообразный друг. Ну что ж, давайте. Кабум, нет? А-а-а.
Нас надо подраться немножко. Карн, я иду к тебе, друже. Друже Карн, я иду к тебе. Кабум. Новый уровень. Наш сил повышен, хпшка повышена. Спорим, было больно. Спорим, было пофигу. Получено новое очко умений, как всегда. Что-то там везде все падает. Сейчас мы это все будем разрушать, разбивать, уничтожать, не обращать никакого внимания. Давайте попутно быстренько соберем тут все и вся. Карну там пока весело. Что-то его тут готовится побить, но мы его не дадим в обиду. И просто разрубим все и вся здесь. Такое ощущение, что я миллионный урон нанес. Держи за мной, я разберусь. Ой, чувак, серьезно, ты сейчас бесполезен. Ты сейчас бесполезен, серьезно. Когда я в этой хрени, мне все пофиг. Приходилось кидать камни куда тяжелее тебя. Да меня кидать-то вроде как и не надо. Ну что ж, давайте вылезем из нашего друга. Так, на Б, по-моему, вылезать. Да, на Б вылезать, на Б же и влезать, окей. Итак, что я хотел, что я хотел? Я хотел открыть вот этот сундучок. Я не могу. Агасики, то есть... Это невозможно. У него есть, короче... все, я понял, да. Я понял. У него есть предел, который он не может превысить. Он не может, короче... Все, понятно. Так, взрыв трупа. Взрывающиеся упыри взрываются после смерти, если по окончании действия умение инструмент отбрасывает их на бла-бла-бла. Взрыв, короче, носит очень много. Стая, небытия появляется стая, ну, это дело такое. Так, чего у нас здесь? Неудержимость. Нечеловеческая сила дополнительно увеличивает, стоит 225 ярости, а во время действия увеличивает силу на 30. Ну, что-то не особо много увеличивает, честно говоря. Жатва. Истинный облик. Косое вращение, уничтожаю. Ну, короче, тоже не алло. А вот это вот мне нравится. Так, и гида. Смерть окружает себя некроматическим щитом. Ну, такая штука прикольная вроде бы. Так, истощение. Часть урона, наносимого упырями, пополняет яростью смерти. Ну, кстати, штука неплохая. Враги вынуждены атаковать призванных упырей. Тут стоит раскачать как минимум для вот этого. Потому что... Ну, грубо говоря, не будет отвлекаться на них. Это круто. Так, враги смерти вынуждены атаковать призванных, поражают врагов в радиусе 50%. В радиусе 50% прозвучало как-то странно. Я не могу. Ты не можешь. Да, надо, кстати, как-то все-таки от вещей избавиться. Понять бы как. Статистика принять. Бросить, видимо. Вот эти он бросает, а вот это он забирает, не забирает. Это невозможно. Или он я именно... не могу. А, я понял. Он именно в этом. Смотрите, сейчас. Где у нас тут новиночки? Доспехи. Ничего здесь новенького особо нету. Защита плюс 60 аж. Опыт плюс 4% и магия. Ну вот это повеселее будет, хотя... Выглядят, по сути, они почти одинаково. Но фиолетовые шмотки, они, по идее, получше. Так, блин, не на то немножко нажимаю. А, так, 70... Итак, простите, отходил. В общем, как я и сказал, мы будем гонять вот с этим вот молоточком, потому что он, ну, такой прикольненький вроде. По урону, по крайней мере. А, да ё-моё. Что касается здесь, ну здесь защита силы, здесь прибавляет силу, я только из-за силы вот как бы пекусь. Сопротивляемость, магия, сила, ну да. Кстати, скажите, вырезать ли мне вот эти моменты, или вам нравится смотреть на типа, что я там делаю, зачем и почему. Сабатонные опустошения, крит урон прибавляют, ну давайте, а вот это что, сопротивляемость? Ну я думаю, крит урон... Плюс защита повыше будет, и нас будет меньше пробивать. Это будет хорошо. Защита прям... Здесь просто особенность мрак. Хорошо. Смотрите, вот этот классненький амулетик, он мне очень нравится. Защита аж плюс 33. У нас защита прям, ох, как хорошо станет. Так, ладненько. А что значит там, скорее всего, лежит? Допустим. Вот. Слава тебе, не пойми что, это были дополнительные перчатки, рукавицы. Давайте просто поглядим, как...
Как они прикольно выглядят. Не, слушайте, вот мне нравится именно, знаете, их внешний вид. Он такой прикольненький. Вот, ну и как я уже сказал, мы будем использовать молоточек. Хорошо, хорошо. Кабум, все дела. Пошли, друже. Итак, у меня получилось здесь сейчас минут 19 серий, но я думаю, конечно же, я буду делать больше. Как я, вы мне просили делать минут по 30, будет вам 30 минут. Без проблем, друзья мои, пишите. Чаще такого типа комментарий будет вам изменения какие-либо в пользу того, что вы просите. Вот такие вот дела. Что я хочу попробовать здесь пробить? Я не знаю, просто вдруг там что-нибудь полезненькое есть. Хотя, стоп, зачем я пробиваю так? Это же можно делать вот так. Вот стою, как дурак, стреляю, что-то тут. Так, здесь вроде все, сюда ему вроде бы не надо, либо надо, но глянем сейчас, ладно. По-моему, вот там я вот... Я подожду здесь, а ты иди вперед. Да-да-да, смотрите, вот там вот было, действительно было. Кабум. Вставили, взять цепь. Почему взять цепь? Ну, типа, переместиться на цепь. Вау, вот здесь классно, красиво. Знаю, мне нравится. А вот так как-то можно попасть, слушайте. Но у нас, видимо, нету вот этой вот цепи, видите, которая сверху, да? Я думаю, без нее мы туда никак не попадем, наверное. Или попадем, слушайте. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Это вот фигня куда-то ведет. А, ну эта фигня ведет. Ведет вверх, я понял. Или нас как раз таки перебросили на эту сторону. Так, ну вниз здесь понятно. Здесь вниз точно нам не надо. Это будет дело плохое. Естественно, если мы вниз здесь прыгнем. Вот это было неожиданно. Вот это было неожиданно. Я что-то как-то, знаете, так-то сижу себе спокойно, сижу. Вдруг понимаешь, что на меня тут сливают немножечко раскаленный железо. Немножечко плеха, когда на тебя сливает раскаленный железо. Так, окей, ладно. Сейчас мы разберемся с этим. Так, минус один, второй и минус, естественно, третий. Это невозможно. Понаплывали тут еще. Я не могу. Но мы, это я невозможно. Думаю, их как-нибудь угробим. Я не могу. Это невозможно. Хорошо. К сожалению, происходит очень такая маленькая проблема. Хотел сказать маленькая проблема, но вот видите, оно само такое. Ай, больно. Тихо. Я же отпрыгнул. Ладно, вызываем наших друзей. Он, короче, на них отвлекается самой собой. Ай, ну что-то как-то он хреново на них отвлекается, честно говоря. Это невозможно. Я не могу. И у меня все равно, кстати, задевает, ребят. Что-то... Это какой-то другой чувак, видать. Он меня почему-то все равно как-то задевает. Ай. Ай, камера. Камера, мать его. А, я забыл, что у меня есть вот такая камера еще, окей. Так, вроде ушли от него, давайте попробуем поставить перед собой минимальную задачу, не истратить на нем следующую бутылочку с хпшечкой. Ну добивайся. Шикарно, я добил его.
Так, мне здесь предложили взять когти, естественно, хпшечку, ну, точнее, магию. Давайте истратим бутылочку, теперь уже можно однозначно. Что-то, нет, надо почаще все-таки играть в эту игру, потому что иначе у меня будет очень все печально. Так, что у нас по косам? Ох, какие косы нам выпали. Вау, посмотрите на эти косы. Ох, мама дорогая, какая красотень-то, а. У них, короче, еще урон от льда. Очень все шикарно, шикарно. Так, вот эти косы можно, ну точнее, когти можно бросить, они неинтересные. А вот эти фиолетовые когти давайте глянем, вдруг они хороши. Вдруг они хороши, подумал я, но они на самом деле хуже даже, чем вот эти, по идее. Здоровье за убийство. Но это страшные когти разряда. Такие урон шоком, ярости, крит. В общем, да. Дополнительное оружие. Вот эти, получается, урон от молнии даже лучше вот этих, что ли? Серьезно? То есть... Ну, вот здесь вот силу хорошо повышает, конечно. Вот этот молот, он определенно силу повышает. Он в этом плане крут, но... Ну, защита, понятно. Еще больше защиты, хорошо. Сила отпора, все дела. Ну, получается, что вот эти, как дополнительное оружие, они прям очень крутые, что ли. Ну, ладно, ладно. Прислушаемся к разработчикам. Попробуем погонять пока с ускоренными рукавицами. А вот, нам высыпалось здоровье. Нам высыпалось денежка. А, повторюсь, я пока что не трачу ни на что, потому что... Предполагаю, что все это мне может понадобиться. Итак, ключ. Ключик. И что мы, собственно, делаем? Мы просто спрыгиваем на цепочечку. Спрыгнули на цепочечку. А теперь давайте я попробую спрыгнуть вот туда. Но не получилось, естественно. У меня это, конечно, и у меня нет никакой цепочки, которая мне там нужна. Поэтому туда я, естественно, не попаду. Такие вот дела. Такие вот дела, но ключик я забрал. Ключик я забрал, давайте сядем на нашего дружбана. Дружбан, почему я не могу на тебя сесть? То есть вот где-то вот здесь вот я могу, а где-то вот тут так. А ну-ка оседлась. Все, хорошо, мы отцепили нашу цепь. И мы поехали. Так. После тебя. Ну, я его взял, знаете, на всякий случай, вдруг он мне пригодится. Что ж, мы слезаем с нашего друга. Слезаем недалеко от дверки. За дверку он, к сожалению, кстати, не пройдет, но ладно. У нас, в принципе, и так все хорошо. Что у нас за дверкой? За дверкой у нас долгая круговая лестница. Не люблю круговые лестницы, потому что они круговые. Это проблема для меня. Странный, странный древний, но окей. Нам бы сюда нашего негодяя. Как бы тут вот так вот, знаете, сделать, чтобы подтянуть ее к себе. Ну, видимо, это как-то это, видимо, наверное, можно сделать. Я думаю, что у нас будет все-таки вот цепочка нам сейчас дастся. И, скорее всего, вот, да, видите, тут нужна цепь какая-то. Иди сюда, Саня. Я тебя потому подброшу. Что так-то он нас перекидывает, это бесспорно, да, я не спорю, но вот мне определенно не хватает какой-то цепи. Я думаю, что она будет. Прыгаешь как девчонка. Да когда ты меня кидаешь как девчонку? Прыгаю-то я нормально. Короче, мы их раздолбали, все нормально. Косы эти мне прям нравятся. Вместе с перчатками они действительно наносят крушительный урон. Ну, как мне кажется. Я могу ошибаться, может и нет. А, мне наверх. Мне как-то по-другому наверх чуть-чуть. Залезай, смерть, ну хорош.
Почему ты не залезаешь, смерть? Вот, все, он забрался. Да... Ты прикалываешься, что ли? Чё-то не то. Чё-то совсем не то. Смерть. Что с тобой не так, скажи мне, пожалуйста. Эй, чё-чё-чё-чё? Вот вы мне можете объяснить, почему у меня смерть не хочет прыгать? То есть, ну вот я на самом краю, вот смотрите, вот так вот бамс, он раз и падает. Он не хочет прыгать в этот момент. Когда я делаю вот так, он не долетает до верха. И проблема, короче. Ладно, разберемся с этим чуточку позже. Пока возьмем вот этот сундучок. Что он нам даст? Он нам даст карту подземелья. Хорошо. Карта подземелья — это всегда хорошо. Забираемся наверх. Нам там показывают, что у нас там все весело. Здесь у нас какой-то то ли лифт, то ли... А, ну, да, я был прав. Нам дадут новую фишечку. Все дела. И сейчас, естественно, ее нам дадут опробовать. Гасики, смертельная хватка позволяет смерти цепляться в определенные цели. С большого расстояния так он может протянуть небольшие предметы. Подтянуть, простите. Небольшие предметы к себе, либо сам потянуться к крупным предметам. Ну, либо, видимо, к тем предметам, которые как-то стоят и с ними можно взаимодействовать. То есть, например, как... Так, в общем, я вернулся, сори, мне опять пришлось отходить. В общем, я это... Что хотел сказать-то? Вот к таким объектам мы теперь можем притягивать нашу дорогую смерть. Визимо. А еще мне непонятно, как все-таки забираться отсюда. Блин. Смерть, мужик, подтянись, типа, нет, не хочешь. А можешь вот, ну, как, не знаю, зацепиться там, ну, как-нибудь, ну, ты же должен притянуться, нет? Смерть, ну, ты же притягиваться должен к таким объектам, разве нет? Не, хоть убейте, он не хочет, короче, притягиваться. Видимо, это загадка совершенно не для меня. Так, выбрать смертельную хватку, нажмите, чтобы потянуться к кольцам. Все просто и легко, но вот там вот место осталось как-то, ну, прям... Совсем мне совсем не нравится то, что там все вот так вот как-то показано. Давайте глянем на карте. С одной стороны, здесь... А, нет, здесь есть какой-то проход куда-то, который непонятно куда ведет. То есть, блин, ну там что-то интересное. Вон оно чё. Подтягивайся, падла! Вы это видели, да? Вы видели то, о чем я говорил. Не-не-не-не-не. Я теперь заметил. Хорошо разогрелись. Я так полагаю, что эта фигня как раз-таки использует... Оп! Готово! Смотрите, как красиво все-таки получилось, да? Я вам покидаю! Мне и так вашего говна тут вечно хватает. Кидать они мне еще тут будут. Ай! Кинул, падла, все-таки. Ну ладно, я думаю, что мы не просто так сюда пришли. Сейчас поглядим, зачем, собственно, мы сюда пришли. Здесь было два чувачела. Также здесь два ящичка. Мы можем подтягиваться опять-таки. А, все, я понял, как это работает. Я понял, как это работает.
И мы сюда пришли за страничкой. Книга мертвых. Здесь была книга мертвых. Такие вот пироги. Я так и думал, что туда как-то не получается забраться, но возможно там можно все-таки забраться, но я думаю, что у нас тоже чего-то не хватает, например, какого-нибудь там убер-прыжка, к примеру. Так, здесь ничего, просто на всякий случай проверяем. Я знаю, что там за стеной, а не здесь, но мало ли, мало ли. Мало. Так, а на автомате ты можешь его притянуть? О, он на автомате его притягивает, отлично. Бабу! Бабу? Почему бабу? Окей. Ну, вообще, я бабах имел в виду. Или бабух. Ладно, не берите в голову. Итак, мои дорогие друзья, мои хорошие друзья, что я хочу сказать. Мы получили классную штуку, и сейчас мы как раз опробуем ее, наверное, на последней вот той стадии. И, собственно, после этого, я думаю, можно будет переходить к следующей серии. А вот такие вот дела. А в любом случае, ребят, чего я жду от вас? Побольше комментариев на тему того, что мне поделать в Darksiders. Простите, конечно же, меня за то, что иногда непонятно, что говорю. Но я бывает, окей. Ой. У нас тут, видите, проблема. Нас атакуют. Ну, там вроде совсем разобрался. Ладно, в общем, я жду от вас, как всегда, побольше комментариев, побольше интересных мыслей на тему того, что можно поделать в том же Darksiders. Жду интересных мыслей на тему, показывать ли мне вам, как я копаюсь в инвентаре или не показывать. В общем, если у вас есть идеи на эту тему, очень от вас их жду. Вот, в любом случае, все выслушаю, все прочитаю, как, собственно, и всегда. Такие вот дела. Ладненько, теперь по стеночке и прыжок. Чё-то мы как-то немножко чуть-чуть не допрыгнули. Ну и ладно, нас телепортнули обратно, так что все в целом хорошо. Угу. Ручка у нас есть. А с ручкой все просто. Все просто замечательно. Так, нас призывают идти вот сюда. Зачем, Ворон, ты меня призываешь идти вот сюда? Что там? Там ничего нет, Ворон, ты мне врешь. Что за тобой? А где ты? А ты что, не успел за мной пройти, что ли, идиотина? Вот тупой-то, а. Он за мной пройти не успел. Эх ты, малыш. Малыш, как же так? Вот, ладненько, мы в прошлый раз не взяли вот этот сундучок. Надо его сейчас взять все-таки. В нем получили сапожки. В нем получили какую-то там штучку, шмотку. Так что все хорошо. Вот. Но там я ничего такого не видел, за что можно было бы цепляться. Поэтому я думаю, что стоит уже пройти вот сюда и как-то на этом серию закончить. Но по сути она закончится на том же, на чем и началась. То есть на вот этом замечательном месте. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем пока, удачки. Свидимся.